Короче, наблюдаю такую прикольную картину. Значит, вот петух идет, на ветку запрыгивать будет сейчас. А Филимон, походу, не дает им проход и охотится на них. В общем, они хотят запрыгнуть на ветку для того, чтобы уже дело к ночевке идет. Вот один петух уже запрыгнул, вон он сидит. Вон он по центру экрана, белый. Видно хорошо. И, короче, Филимон не дает петухам запрыгнуть на эту ветку, через которую они могут залететь на дерево. И вот они вокруг ходят, 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 а Филимон им не дает. Только что такую картину наблюдал, именно с кухни. Прикольно так наблюдать. Они запрыгивают на эту ветку, на корягу, которая торчит, а Филимон с пенька туда запрыгивает и, в общем, не дает им. В общем, он на них охотится. Короче, прикольный цирк получается. Самое интересное, что они начали ночевать на этом дереве после того, как недели полторы назад лиса, короче, утащила здорового петуха. То есть было вот это три мелких и один был здоровый. Короче, здорового петуха уже нету. А ситуация была таким образом. Значит, в 3 часа ночи, значит, я проснулся от того, что орлан орет, как будто его режут. И я смотрю в окно, ну, на улице там свет есть. И, о, видите? Короче, и наблюдаю такую картину, орлан с одной присады на другую, с одной на другую прыгает. Ну, в общем, какой-то кипиш во дворе. Я выбегаю сюда. Ну вот сюда, короче, выбегаю, и вот через это окно наблюдаю такую картину, вот это вот вертикальное возле двери. Наблюдаю, как вот этот вот курганник, короче, схватка такая, в общем, как вот две кошки дерутся, такое все кубарем такое движение идет. Вот это вот под забором, вот эта схватка такая была, то есть курганник был в схватке с лисицей. Я быстро забегаю в дом, хотел взять пневматику, ну и не получается. Нашпиговать лисица, в общем, под зад. Шо, привет. Короче говоря, забегаю в дом, беру ружье, а магазин разряженный, пока заряжаю патрончики. В общем, лисица успевает убежать и прихватила с собой петуха. В общем, а петухи спали, короче, на заборе. Вот забор вот этот вот. Вот забор. И они, в общем, вот это все вчетвером сидели на заборе. И, в общем, она одного петуха прихватила и убежала. С тех пор петухи не спят на заборе, а вот залазят на это дерево. Но я пару дней назад пересадил Филимона сюда, и теперь у них препятствие. Надо как-то залезть на дерево. Вот один залез, а другие сейчас будут танцы с бубном делать. Ну, в общем, такая история прикольная. Надеюсь, что петухи надурят Филимона и залезут на дерево. Ну, ладно. Слишком долгое видео уже получается. Я думаю, все будет хорошо.
петухи сейчас погуляют и все равно будут лезть на это дерево. Ну ладно, всем здоровья и счастья, 100 тысяч подписчиков, пишите, звоните, всем удачи. В обход пошел, сейчас может быть получится запрыгнуть на дерево. Не получается запрыгнуть, слишком высоко. На дерево залазить стрёмно. Ну, опа. Так, что-то Филимон. Ну, короче, миссия состоялась удачно. Все. Петухи на финишной прямой. Ну, ладно. Все. Всем пока. Будьте здоровы, живите богато.